Тем временем в Твери продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Одно из главных событий – торжественное прохождение военной техники. Первые тренировки уже прошли 28 апреля и 3 мая. 7-го состоится генеральная репетиция. Из-за этого будут перекрыты некоторые центральные улицы областной столицы. Так, движение и парковка всех видов транспорта, кроме машин, обеспечивающих мероприятия, будут запрещены на участке Советской улицы от Смоленского переулка до Тверского проспекта в период с 9 вечера до полуночи. Водителям на это время рекомендуется искать пути объезда. Напомним, что 9 мая по Советской улице пройдут военнослужащие Тверского гарнизона и колонна техники.